7 лет кропотливой работы и богатый накопленный опыт. Таким багажом обладает коллектив детского сада «Снегирек». С 2016 года дошкольное учреждение Белоярского района является ресурсным центром по ТРИС-технологии. Методику ТРИС можно назвать школой творчества личности, поскольку ее девиз – творчество во всем. В постановке вопросов, приемах его решения, в подаче материала. Ребенок учится решать творческие задачи. Ребенок учится мыслить нестандартно, анализировать, обобщать, классифицировать, вычленять главное, вычленять противоречия в объектах и явлениях. Учиться устанавливать причинно-следственные связи. Главными участниками практического заседания стали дети. Воспитанники «Снегирька» представили разнообразные игры и игровые тренинги, направленные на развитие интеллектуально-творческих способностей детей дошкольного возраста. В течение 2 часов ребята знакомили участников с классификацией объектов окружающего мира, установлением причинно-следственных связей, основными законами мира, функцией объектов. Объект, имя признака и значение имени признака. Например, объект – стол. Имя признака – форма. И значение имени признака – стол квадратный. Дети учили взрослых составлять рассказы по пейзажу, описывать портреты, составлять объекты на основе проекции. Например, ребята подготовительной группы предложили взрослым определить, какое значение признаков можно увидеть с помощью анализаторов глаза. Место. Место. Правильно? Угу. Я молодец. Цвет. Верно? Правильно? Хорошо. Я сегодня, да, в шоке, как вот, потому что даже страшно, когда дети пошли к нам предлагать играть и карточки раздавать. Сидишь, и ты понимаешь, что а вдруг ты с этим заданием не справишься. И они совсем маленькие, и, ну, не знаю, как-то для нас, вот для взрослых, совсем по-другому мы воспитывались, да, по-другому и своих детей воспитывали. То есть сейчас вот эта технология, конечно, супер. Для наших внуков, я думаю, будет вообще здорово. И видно, что дети заинтересованы, и они так разговаривают. Мы мечтаем, чтобы наши школьники также умели выражать свою мысль, анализировать и преподносить ее тому, кто задает вопрос. Идея перенести заседание Координационного совета в стены детского сада «Снегирек» принадлежит заместителю главы Белоярского района по социальным вопросам Наталье Сокол. Она хорошо знакома с деятельностью дошкольного учреждения, где широко применяется уникальная технология ТРИС в развитии ребенка. Специалисты отмечают, что новая педагогическая технология – универсальная находка для работы с детьми по профориентации. По итогам этого семинара нам надо с вами определяться по рекомендациям для детей использования ТРИС-технологий при выборе инженерных профессий. И не обязательно вот этот опыт включить еще в проф наш ориентационный проект. За круглым столом участники мероприятия отметили эффективный метод, позволяющий получить новые идеи для решения проблем в любой области человеческой деятельности. Все участники согласились с уникальностью педагогической технологии ТРИС в развитии ребенка, в подготовке его к жизни в современном обществе. Инна Бугрова, Петр Михалап, Белоярский, время новостей.